господин премьер-министр, уважаемые коллеги, нам доставили удовольствие увидеться с вами, в данном случае на полях международного форума в Пекине. Несмотря на то, что в сегодняшних геополитических условиях возможности для поддержания контактов и развития отношений весьма ограничены, тем не менее, не может не вызывать удовлетворения, что со многими странами Европы у нас отношения сохраняются, развиваются. Одна из этих стран – это Венгрия.